В городском округе Щелково продолжается благотворительная акция «Сосисочка». Так неравнодушные жители, волонтеры, депутат Совета депутатов Павел Жуков и активисты движения «Молодая гвардия Единой России» уже не в первый и, конечно, не в последний раз передали в приют для собак и кошек «Зоодом» корма и наполнители разных видов. Такая поддержка необходима питомнику, ведь четвероногих друзей там очень много, больше 180. Для нас всегда важно, когда люди помогают нам безвозмездно, и, естественно, мы этому рады всегда. Уже традиционно мы здесь проводим такие мероприятия. И вот хочу поблагодарить Павла Жукова, который организовал вот эти две акции, которые в Щелково проходят. Они в Ашане собирают продукты и привозят нам. Это очень хорошая, великолепная акция. Я думаю, традиция такая продолжится. Все неравнодушные люди могли поучаствовать и собрать корм, ну, и сухой, и гречку, и мясные консервы, вот, и мясные полуфабрикаты собрать для бездомных животных. Ну а кто, кроме нас, может помочь животным, если мы сами не помогаем? Конечно, ну, как, братья наши меньше. Вообще даже... Я вам так скажу, что моральное удовлетворение получаешь от общения с животными. Помимо помощи в продовольствии, собакам, которые живут в приюте «Зоодом», крайне необходимо человеческое внимание. Вы можете стать волонтером и погулять с хвостатым другом, либо при желании забрать его себе домой. Принять участие в благотворительной акции «Сосисочка» также может любой желающий. Все подробности на сайте, который представлен на экране. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.